Очень добрый день, с вами Flow Insight, меня зовут Вадим, и сегодня мы приготовим такую замечательную вещь, как салат Цезарь. Смотрим. Перво-наперво начнем мы с гренок, потому что им запекаться 20 минут, мы за это время успеем приготовить весь наш салат. У тостового хлеба, ну можно любой другой, отрезаем корочки. А сам хлеб нарезаем на мелкий кубик. Отправляем на сковородку. Сбрызгиваем небольшим количеством оливкового масла. Отправляем в духовку на 10-12 минут. А пока займемся нашим соусом. Нам потребуется один желток. Взбиваем его. И по чуть-чуть вводим подсолнечное масло. Буквально грамм 100. И для запаха немного оливкового. Ну, грамм, наверное, 25. Опять же, постепенно. У нас получилась густая, ароматная основа для майонеза и последующего соуса Цезарь. Как делать майонез, можете посмотреть по ссылке ниже, но мы продолжим делать соус Цезарь. Добавляем чайную ложку горчицы. Пару капель лимонного сока. Пару капель вустерширского соуса. Пару капель рыбного соуса. Это на случай, если не хотите брать анчоусы. Натираем чеснок. И отправляем его в наш соус. Далее, крайне желательно, но не обязательно, каперсы. У нас буквально около 7 штук. Измельчаем крайне мелко. Мы измельчили каперсы и добавляем их в наш соус. Далее, трем немного пармезана. Натерли пармезан, отправляем его в наш соус. Солим. Перчим. И все это хорошенько перемешиваем. Берем салат на основу. В нашем случае это айсберг. И заправляем нашим соусом. Все хорошенько перемешиваем. Собираем наш салат. За кадром мы запекли курочку, выкладываем ее красиво на тарелку. Посыпаем помидорками черри. Наши гренки. Пахнет оливочем. И трем сверху пармезан. Бон аппетит! А на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и помните, вкус это больше, чем кажется. Всем пока.